Удобное портмоне Тони Перотти, коллекция Италико, артикул 1902. Изделия выполнены из плотной глянцевой кожи быка. Лаконичный дизайн продуман до мелочей. Цвета насыщенные и строгие. В первом отделении расположен вместительный карман для наличных, плоский карман, слоты для 10 карт и прозрачное окошко для документа. Во втором отделении два плоских открытых кармана и отделение для 6 пластиковых карт или документов. Оба отделения соединяются кнопкой. На тыльной стороне аксессуара монетница на молнии. Шелковая подкладка с логотипом Тони Перотти. Модель Italico 1902 представлена в трех цветах – черном, темно-коричневом и красном. Черный и темно-коричневый – цвета унисекс. Приобрести это портмоне вы можете в сети магазинов «Мистер Воллет».